Здрасте. Да, юбилейная 10-я серийка подкатила. И у нас уже большой минус на балансе. Прошлую серию мы закончили, у нас там было что-то около 20 тысяч. Я взял кредит, закупился семенами и рассадой для тепличек. И все, денег больше нет. Кредита я взял 265 тысяч. Расходы на семена у нас минус 282 тысячи. Потому что клубничка, падла, очень дорогая. Зато у нас ее до хрена. Короче, друзья, что нам надо сегодня сделать? Нам сегодня надо завершить контракты, которые у нас есть. Я взял 3 контракта на клубничку и, соответственно, вырастил ее. Еще, как я в прошлой серии говорил, я взял контракт на сою вместо поставки, потому что контракт цена выше намного. А также там подвернулся хороший контрактик на ячмень, и я поле еще раз засеял ячменем, собрал тот, засеял еще, и, соответственно, нам надо убрать поле, и у нас будет дохрена ячменя. Первый раз с поля, как я и предполагал, получилось около 105 тысяч, и еще сейчас будет чуть больше, потому что я его удобрил лишний раз. Соответственно, сои у нас есть 60 кубов, мы ее закроем. Ну и клубнички у нас тоже дохренища. Мы ее всю сможем сегодня продать. Плюс, друзья, скорее всего, выполним еще поставку на томаты. Отвезем все, что у нас есть. Надо будет глянуть контракты. Может быть, контракт какой подвернется. В 8 утра это все дело обновится. Но, в общем-то, мы подумаем. У нас есть еще целый час. Поэтому погнали, зарядим уборочку. У нас тут в ангаре теперь вся техника прячется. И вон, как ее дохрена. Да, техника грязная. И скоро мы построим автомойку. Нужны деньги, чтобы строить автомойку. Денег нет. Но сегодня мы заработаем. Короче, цепляем вот это все дело и поехали, отвезем на поле, зарядим уборку. Короче говоря, у нас в поле теперь работа пошла. Ребята работают, должны справиться, и все у них будет нормально. А мы тогда погнали на теплички. Посмотрим, что творится у нас там. В самих теплицах сейчас ничего не происходит, потому что нет ни рассады, ни удобрений, ни денег на все это дело. И цели нету, контрактов нету. Потом будем смотреть. Сейчас надо заработать денег. Лезем, в общем-то, в контракты. Надо посмотреть, что у нас куда возится. Соответственно, у нас есть контракт на клубнику на универмаг. Есть в порт и есть на ЖД-станцию. Плюс поставка томатов на ЖД-станцию. И это интересно. Плюс нам надо отвезти в порт с базы сою и ячмень. Но ячмень потом. Ячмень еще не собрался. В общем-то, в универмаг у нас отсюда рельсы не проложены, поэтому с помощью поезда мы это сделать не сможем. А все остальное мы, друзья, будем делать на поезде, который мы купили в прошлой серии. Именно для этого мы его купили, чтобы быстро все делать. Валеру отправляем возить клубнику в универмаг. Можно, кстати, даже контракт этот повесить, чтобы за ним следить. Вот сюда вот. А сами мы тогда переходим в поезд. Наш супер классный поезд, который мы купили в прошлой серии, на котором нам не дали покататься, потому что на магистрали шли какие-то технические работы. Как написали в комментариях, видимо, все считали сосиски. Их вышло много, и это очень плохо. Надо, чтобы было меньше сосисок. Поэтому, чтобы не быть сосиской, поставь лайкусик. Это примерно так и работает. Ладно, давайте залезем в наш суперский поезд и заведем двигатель. Он долго заводится, конечно, но ничего с этим не поделаешь. Он завести паровоз, знаете ли, такое себе. Хотя это тепловоз, но неважно. У меня все паровозы, вы знаете об этом. Как я в прошлой серии говорил, здесь нужно у диспетчера просить разрешение на выезд и все такое, чтобы он тебе стрелки переводил, там семафоры и все остальное. И делается это в меню ЖД-маршруты. Соответственно, здесь у нас есть маршруты из депо. И нам сейчас из нашего депо нужно попасть на ферму, на нашу базу, чтобы загрузить там сою, которую мы потом повезем в порт. Поэтому, в общем-то, тут у нас все просто. Депо-ферма. Нам освобождается на 3 минуты проезд всего. И поэтому мы не будем тянуть. Втыкаем первую передачу, точнее, я не знаю, как это называется, реверс вперед, неважно. И, в общем-то, можно сделать вот так вот. Стартуем наш супер-классный паровоз. Он не так быстро разгоняется, как хотелось бы, но все равно это будет быстрее, чем возить все на грузовиках. В общем-то, поехали на базу. И теперь самое интересное – это стрелочки. Стрелочки на магистрали переводятся автоматически, а вот такие вот мелкие нам нужно самим выбирать направление. И здесь у нас, кстати, есть гараж на ферме, и он еще медленно останавливается, потому что это поезд. Поезд должен медленно останавливаться. Я охренительно стал, где видно часть бункера. Давайте-ка выйдем отсюда, я вам покажу, что тут есть вообще у нас на ферме для поезда. Во-первых, есть гараж. Гараж такой же, как и ангары, выгружает
поезд из игры, и все прекрасно. Здесь, соответственно, у нас лежит всякая хрень, типа гранул, отруби, вон да, написано. Уголь, щепа, лузга, в общем-то, это все было. Два вот таких хранилища, которые держат в себе что-нибудь из этого. А также у нас есть выход к нашему силосному хранилищу, к бункеру, точнее, зернохранилищу, не знаю, как правильно это называется, меня кучу раз поправляли, но в игре написано так. Соответственно, наша задача сейчас загрузить сою, 60 кубов сои, которую мы повезем в порт. Поэтому залазим в поезд, и нам нужно подъехать поближе, вторым вагоном, вот этим вот, к хранилищу. Поэтому аккуратненько подъезжаем, прям совсем аккуратненько, чтобы стать прямо над этой хреновиной. Примерно вот так. Я не очень понимаю прикола, но оно не дает загрузку. Ну, твою ж мать, а. А не дает оно, потому что зерно нельзя возить в этом вагоне. А чё ж я так лоханулся-то? Почему я думал, что можно? Короче, на этих вагонах всякая хрень возится, не являющаяся зерном. Зерновоз нам тоже по-любому надо будет покупать. Чёрт. Ладно, невелика потеря. Где наш Урал? Эти вагоны нам все равно понадобятся. В первую очередь нам надо будет скоро грунт возить. И очень дохрена. Я опять затупил в лучших своих традициях. Вон наш Урал. Его мы, в общем-то, отправляем в порт. Пускай ездит, катается по дороге, значит. Раз не хочет по-хорошему. А мы тогда погнали в теплички. С тепличками эта штука точно сработает. Те три вагона у нас специально для них и сделаны. Опять-таки, нам нужны ЖД-маршруты. И нам нужно ехать из фермы в порт. Но оно сейчас горит красным. А это значит, что там трафик. В данный момент этот маршрут нельзя активировать. Вот же ж дрянство. Что ж не везет-то мне с этими поездами-то так сегодня? Тут все дело в том, что едет поезд другой. Нам нужно подождать, пока он уедет. Зато мы можем за ним понаблюдать. Он здоровый, падла, и тоже классный. Но у нас таких в цистерн не будет. Жидкости мы возить на этом деле не сможем. Этот поезд, кстати, может быть просто транзитным через карту. Из одного угла выехал, в другой въехал, или как это правильно называется. Не суть важно. В общем-то, нам надо ждать, пока он уедет за пределы карты. Зато между тем мы уже в плюс выходим. Кстати, раз мы сою отправили, надо, наверное, этот контракт тоже повесить сюда, чтобы следить за тем, как едет наш Урал. Клубника. Обожаю контракты на клубнику, потому что это дохрена бабла. Мы начинали, у нас было минус 40 тысяч, уже плюс 30. Так, что там? Еще не освободилось. Пути не освободились, и когда же они освободятся-то? Как можно было так затупить с вагонами? Я вообще не понимаю. Ну ладно, я это я. Я иногда туплю, такое бывает. Зато, кстати, у нас вон валероны нормально ездят и привозят сюда ячмень. Блин, ячменя там контракт большой. На Урале вывозить так себе. Ну и ладно. У нас тем временем, кстати, освободились пути. И теперь мы можем заказать себе маршрут в порт. В картинке, кстати, видно, что нам нужно будет выехать с фермы, остановиться и потом поехать вперед. Короче, там смена направлений будет. Главное, лишнего не переехать и на красный свет не проехать. И почему мы едем в порт? Потому что проще открыть карту. У нас тепличный комплекс находится на той же ветке, где порт. И когда нам надо будет ездить на бетонный завод, мы тоже на эту ветку будем ездить. А тем временем Урал продал прицеп сои. И у нас теперь есть целых 40 тысяч. Блин, есть вероятность того, что мы сегодня не будем отдавать кредит, а купим еще вагонов, чтобы возить зерно. Ха! Ладно, в любом случае, нам надо ехать на теплицы, то бишь в порт. Нас предупреждают, что мы выбрали маршрут со сменой направления, и мы, конечно же, будем осторожны. Выбираем камеру с последнего вагона, потому что мы задним ходом будем ехать. Примерно вот так вот можно это поставить, чтобы следить за светофорами. Врубаем заднюю передачу и выезжаем с нашей базы, аккуратненько. И едем, в общем-то, в порт, точнее, к нашим тепличкам. И, в общем-то, прибываем мы к нашим теплицам. Нам, соответственно, вот в этот вот вагон надо загрузиться будет сейчас клубничкой, которую мы будем везти в порт. Тут два шага проехать, по сути дела. И у нас сейчас там выполнится контракт на клубнику, которая в универмаг идет. И вот он выполнился. Замечательно. Это прям радует. Соответственно, опять лезем в контрактики и смотрим. Клубника в порт, бокс номер 7. Нам нужно 55 кубов. Соответственно, мы сюда 55
55 кубов и загрузим. Зачем нам туда везти больше, правильно? Загружаем. Оно, в общем-то, пошло грузиться, а я пока предлагаю сгонять и посмотреть, куда нам там ехать и как переводить стрелки. Потому что седьмой бокс — это на левые пути. Вот он. Нам надо будет вот в этот бокс выгружаться. Намного быстрее, чем на Урале будет. Не зря мы поезд купили. Очень не зря. И, в общем-то, погнали. Стартуем. Тут недалеко ехать, но все равно надо. Подъезжаем, останавливаемся. И вроде как я довольно ровненько остановился. И здесь открылись двери, но что-то нету возможности разгрузки. Надо выйти точно посмотреть. Я же четко стал, что не так-то. Ладно, подъедем еще чуть-чуть вперед. И вот она, да, возможность появилась. Надо, в общем-то, близко становиться. У нас покапали денежки за сою. 9900 там с кузова получается и с прицепа. И сейчас мы выгружаем клубнику. За раз весь контракт. И пошло на наполнение, и пошли денежки. И, слушайте, их тут много. Их тут охренеть как много. Обожаю контракты на клубнику. Контракт на поставку товара клубника выполнен. Мы красавчики. И у нас 234 тысячи на балансе и 124 тысячи доход от продажи урожая. Крутота. У нас остался еще один контракт на клубнику. И еще у нас висит поставка томатов, которую мы тоже выполним. Давайте это дело тоже перенесем сюда. И на клубничку тоже перенесем сюда. У нас есть 3 вагона по 100 кубов. Соответственно, томаты грузим в 2 вагона. Там 160, по-моему, кубов. И 67 кубов клубники. И все это дело везем на ЖД-станцию. Так что погнали сначала домой, точнее к тепличкам, чтобы загружаться. Короче, припарковались мы. И сейчас нам нужно переместиться вот на этот вагон. И можно сюда загрузить клубники. Блин, у нас до хрена ее осталось. Мне кажется, я переборщил немножко с тем, сколько ее надо вырастить. 67 кубов надо отвезти. 67 кубов мы и загрузим. Больше не надо. А томатов у нас 163. Да, я был прав. Короче, загружаем клубничку. Хреново только то, что не показывается степень загруженности. Только показывается она, когда мы по вагонам клацаем. Тогда мы видим. А так это не очень удобно. Может быть, я что-то не знаю? Ага, есть кнопочка, я нашел ее. Потому что я залез в справку и почитал. У меня возник вопрос, и я залез в справку. А вы так не делаете, и вы не молодцы. Короче, переключаемся на соседний вагончик и подгоняем теперь его. Туда мы будем грузить наши томатики, помидорчики. Медленно, аккуратненько подъезжаем и, короче, в 2 вагона загружаем томаты. Аллилуйя, это все дело загрузилось. Довольно долго загружается, ну да ладно. В общем-то, переключаемся на последний вагон, потому что мы поедем всю дорогу задним ходом, как ни странно. Правда, я предлагаю секундочку подождать, потому что наш Урал, который возит сою, приехал в порт. Сейчас он там секунду выгрузится, короче, и поедем. Чтобы потом во время пути просто не выскакивало сообщение о том, что у нас завершен контракт на сою. Не люблю я такое. Нам надо ехать, чтобы не было преград. И все, пошло-поехало. Сейчас выгружается прицеп, нам приходит сообщение, и мы тоже стартуем. Готово. Контракт на поставку товара соя выполнен. Здорово. У нас уже 253 тысячи. Это же круто. В общем-то, связываемся с диспетчером, и нам надо ехать на ЖД-станцию. На склады. Какой-то там очень длинный путь, и мне это не очень нравится. Но ничего не поделаешь. 7:20 туда ехать. Еще мы вот это вот дело, я сказал, вот это дело мы передвигаем вот так вот, чтобы оно не мешало. И задним ходом, а что поделать? Короче, трогаемся и погнали. И вот, друзья, я пропустил момент, когда надо было переключить стрелку. И она сейчас стоит на правой пути, а нам нужен бокс 1 и бокс 6. Они у нас на левом пути. Я лошара, все нормально. В общем-то, просто нужно отъехать немножко вперед, пока не появится значок переключения стрелки. А то она, знаете ли, стоит не на тот путь, на который нам надо. Ну и чё он не появляется? Дружище. Нам надо перевести стрелку. Опять-таки, да, я сам виноват, что не посмотрел. Не, ну тут уже она должна была появиться. Давайте попробуем просто ехать в ту сторону еще раз. Как же я так-то промазал-то с этим делом? Вроде не быстро ехал, 40 км в час всего. Во, появился значок.
переводим на левую сторону. Стрелка, кстати, здесь тоже переводится именно на рельсах. Это видно. И это классно. Мне это очень нравится. Соответственно, у нас клубника в самом последнем вагоне. Ее надо в первый бокс. В самый. А остальное в шестой. Соответственно, здесь отсчет идет начиная с шестого. Поэтому выгружаем сначала томаты. Опять-таки, надо поменять камеру. И надо выбрать правильные вагоны. И опять-таки, не промахнуться. Я-то вроде вагон выбрал правильный. Я вам скажу, довольно хреновенько здесь видно. А, шестой бокс дальше. Я немножко не доехал. Ха, так бывает. Все нормально, не переживайте. Подъезжаем. Нам нужно двери вот этого вагона расположить прямо напротив въезда. То есть вот так вот, насколько я понял. Нет? Да. Вот так вот, и нам доступна разгрузка. Соответственно, разгружаемся. Понеслась целых 100 кубов помидорчиков сразу же. Это прям очень здорово. И они, кстати, тут эти ящики появляются, что тоже прикольно. Блин, мне так нравится это все. Круто. Соответственно, первый вагон есть, но у нас есть еще один вагон, следующий. Переключаемся на него, и я думаю, что с такой же камерой будет удобнее всего попасть. Правда, тут сейчас коробки эти мешают. В общем-то, пододвигаем немножко. Примерно вот так вот. Нет, не попал. О, попал. Разгружаем дальше. У нас, соответственно, эта поставка не будет завершена. Нам не будет засчитан плюс рейтинга. Мы просто их продадим, потому что можем. И они пускай разгружаются. У нас есть еще один вагон, который нам нужно отвезти в самые первые боксы. И там у нас клубничка по контракту. Поэтому поехали туда. Хоп, попал. И, соответственно, разгружаемся. Клубничка понеслась. Здорово. 67 кубов выполнено. И контракт на поставку товара клубника тоже выполнен. Короче говоря, поезд мы сейчас глушим. У нас есть на балансе 485 тысяч. И у меня соседи, падлы, шумят. У нас есть возможность вернуть кредит. И у нас останется своих денег 220 тысяч. Вот так вот за день мы заработали чисто на тепличках и на сое, которая у нас уже была, правда. По сути дела, 200 тысяч. И это еще не говоря о семена, потраченные на ячмень. И ячмени тоже много. Поезд, в общем-то, пока что бросим здесь. На поле у нас, кстати, уже тоже уборка почти завершилась, но, друзья, я ее завершу за кадром. Я не знаю, что мы дальше будем делать. Скорее всего, проведем стримец, на котором будем зарабатывать лояльность и параллельно с этим замутим всякие посевные работы, запустим теплицы и все такое прочее. Поэтому, чтобы это дело все не пропустить, подпишись на канал, если ты еще этого не сделал. А также докажи всему миру, что ты не сосиска и напиши какой-нибудь комментарий. А если тебе нечего написать, то просто напиши, что ты не сосиска. Сосиска. Пускай будет дохера комментариев. И всем, в общем-то, огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.